глядачів ЮАСУМИ в ефірі «Пряма мова». І сьогодні ми поговоримо, як не піддаватися весняній хандрі і як тримати організм в тонусі. І у мене в студії Руслан Ражнов, персональний тренер з бодібілдингу. Вітаю вас. Здравствуйте. Вікторія Ратєєва, психолог. Здравствуйте. Світлана Кочаровська, художник. Вітаю вас, Світлана. Вітаю. І отже, перше запитання. Розпочну ефір з того, що навесні, коли природа прокидається, людський організм іноді починає страйкувати. І ні з того, ні з чого навалюється втома, думки стають млявими і безрадісними. Все буквально валиться із рук, а навколишній світ стає таким жахливим і нудним. Вікторія, скажіть, будь ласка, що в цей період варто робити? Як справлятися з цим безрадісним відчуттям? Смотрите, конечно же, такой затяжной достаточно период зимний, и для нас, наверное, это тоже сильно актуально, когда день становится короче зимой. И, конечно же, для нас это тоже так невыносимо, когда в 4-3 часа уже достаточно темно, и вряд ли ты, как летом, можешь там прогуливаться долго, купаться, отдыхать. То сейчас, вот, когда день становится уже длиннее, когда появляется уже более теплая погода, когда начинают распускаться листья на деревьях, когда время для нас уже немножечко становится более таким наполненным. И, конечно же, весной все у нас как-то так внутри начинает активизироваться. В это время, конечно же, очень важно уделять внимание там, своему здоровью, своему питанию, каким-то новым творческим направлениям. То есть можно подключаться к разным, я думаю, у нас сейчас будет, вот мы сейчас будем об этом разговаривать, то есть каждый расскажет о том направлении, в котором он работает, чем он занимается, что мы видим, что мы можем наблюдать и что мы можем предложить людям в нашем городе и для нас, что является таким самым актуальным на сегодняшний день, вот весной, когда такая замечательная пора сейчас наступает. На запитання до Світлани, вона така творча натура. Світлана, розкажи, будь ласка, як в тебе відбувається, як весну зустрічаєш? Весна зазвичай час духовного такого фізичного оновлення. Але творча людина завжди відчуває якесь емоційне вигорання, і не завжди є сили до чогось нового. Як, власне, ти це переживаєш, цей період? Він у тебе настав чи ні? Ну, для мене, як для творчої людини, звісно, початок весни, він асоціюється з чимось таким новим, обов'язково свіжим, і тому що прилітають перші птахи, там з'являються перші квіти, вже розквітають, так? І як ми знаємо, що все перше, воно таке набагато цінніше, аніж таке вже далі літом, наприклад, восени. І для мене, ну, от, приліт птахів – це дуже багато чого значить. Наприклад, хочеться разом з ними літати, цвірінчати і співати. Тобто щороку ти зустрічаєш птахів, так? Да. На озері Чеха або на берегу річки Псел. Уже прилетіли чи ні, до речі? Вже прилітають, так. Прилітають. Що за птахи? Ну, жайворонки вже прилетіли. Бачили журавлів вже недавно в небі. Так що для мене це просто природа початок воскресає, такого. Душа разом з нею. Тобто ніякої втоми не відчуваєш зараз. Ні, навпаки, більш таке наповнення. Ну, у мене тоді запитання до персонального тренера з бодібілдингу Руслана Ражнова. Руслан, ну я так знаю, що спортсменам ніколи нудьгувати, постійні тренування, підготовка до чемпіонатів. Але, власне, у кожного свій унікальний рецепт. Що в ці дні відчуваєш, власне, ти? І який у тебе рецепт, щоб ти порадив людям, як їм боротися, якщо, наприклад, у них опускається руки, и силы их покидают. Ну, мне, наверное, в жизни повезло больше остальных, я так думаю, потому что я занимаюсь своим любимым делом, спортом профессионально, именно бодибилдингом. Мне повезло, я работаю персональным тренером по бодибилдингу. И складывается так, что именно в весенний период, когда природа просыпается, все становится красивым, приходят девушки, которые в свою очередь также хотят стать такими же красивыми, как кто? Как окружающий мир. Весна, все буяет красками. Вот и девушки то же самое хотят стать лучше. Мужчины хотят потянуть свои животики после зимы. И я с радостью помогаю им в этом. Поэтому мне нельзя хандрить, потому что люди, которые приходят ко мне, мое настроение передается непосредственно им. Если они будут видеть перед собой такого унылого человечка, то же самое желание тренироваться у них не будет. Поэтому я стараюсь уже просыпаться и видеть
от з самого рассвета. Жайворонки одразу. Да, вот, что-то прекрасное. Заряжаться мыслью, что день прекрасный, что все будет хорошо. И вот с этой мыслью я иду по жизни. Что сегодня прекрасного ты побачив? Что сегодня увидел? Ну, во-первых, очень много красивых девушек в городе Сумы. Это, наверное, самое прекрасное, когда едешь на работу, потому что ехать недолго. Еду через весь город и замечаю, что действительно меняется погода, меняются окружающие люди. И, наверное, становится добрее. Это не может не радовать, потому что зимой люди какие-то более агрессивные. Но когда наступает весна, люди становятся добрее. И это передается окружающим. Ну так нечесно, у мене в студії зібралися всі позитивники, які ведуть абсолютно позитивний такий образ життя, спортивний, так. Але є ж люди, які ну не зустрічають жайворонків, у кого у цей період там загострюється якийсь психологічний стан. А Вікторія, запитання до тебе, все ж таки є явні ознаки весняної хандри, які прийнято відрізняти від депресії. Як охарактеризувати цей стан і що їм можна порадити, якщо світ з самого ранку не такий мальовничий, як у Руслана, і не такі, як у Світлани, які ще не встигли зустріти жайворонків і там побачити перших пролісків у лісі. Ну, часто бывает иногда ко мне, я работаю, конечно же, моя профессия психолога, и ко мне редко обращаются люди, когда приходят и говорят, вы знаете, Виктория, все так прекрасно. Я говорю, боже, как вам повезло, расскажите мне, как у вас все прекрасно. То есть, конечно же, основная моя работа – это люди, это и дети, и подростки, и взрослые люди, и старший возраст, когда, конечно же, что-то не получается, что-то не удается, и вот это вот наслаждение от жизни, когда там ты утром просыпаешься, когда ты видишь, умеешь радоваться вот этим вот маленьким каким-то нюансам жизни. Часто вот весной, мы можем это слышать там весной, когда вот ну как-то хочется чего-то нового, вот нет вот этого вот вдохновения. Весной же все просыпается, и вот вдох, что такое вдохновение? Это когда ты дышишь, когда ты вдыхаешь, и когда вот эти вот запахи, краски новые, оно тебя все радует, и все доставляет тебе такое умиротворение и спокойствие. И дает необходимую энергию, так? До каких-то новых справ, до какой-то мыты, до мотивации. И моей задачей является все-таки дать человеку возможность немножечко все-таки расширить, увидеть как-то по-другому тот мир, который он видит, возможно, не в тех красках, которых видят там условно там здоровые люди. И, конечно же, в том времени, в котором мы сейчас находимся, оно действительно непростое. Есть материальные трудности, есть трудности социального плана, их действительно сейчас очень много. И не всегда есть возможность у человека там заниматься развитием, саморазвитием, доставлять себе еще удовольствие в каких-то таких аспектах там здоровья, там каких-то творческих моментах. Так? То есть мы сами знаем, что часто мы сталкиваемся с тем, что там люди говорят, ой, ну что ты там говоришь, куда мне там ходить, какие там мастерские, какой там спорт, на это надо там деньги, там еще что-то. Но всегда находится этому оправдание. Знаете, как говорят, что одни находят возможности, а одни люди находят причины. И есть, конечно же, люди, которые все время не удовлетворены, все время чем-то недовольны, и моя задача все-таки не показывать, что, ой, да, вы знаете, вам тут надо 2 миллиона долларов там, или еще что-то, только тогда вы сможете быть счастливым. Нет, это все тоже определенные условности. Там, начиная там, от той же выдержки там, сна определенного, сколько положено, начиная там, от того же питания и начиная от того, что ты можешь себе позволить. Мы там сегодня тоже будем говорить, я там принесла там, определенные тоже моменты, мы можем посмотреть, чем мы можем просто хотя бы себя даже дома, даже в домашнем своем режиме занять дня, руки, так, занять руки, справа. Занять голову, как-то отвлечься, как-то переключиться. На самом деле все у нас есть. Все у нас лежит под руками, начиная от музыки. Я, например, очень люблю музыку, я просто не могу. Там, для меня утром это всегда там, или классика, или даже какие-то там ракешник какой-нибудь, то есть в зависимости уже под настроение. То есть обязательно это зарядка с утра. У Чехова есть замечательная фраза, да, когда он говорит, что у человека должно быть прекрасно все, и душа, и мысли, и одежда, и тело. То есть нужно за собой уметь следить. Если я хочу быть там достаточно интеллектуальным, но, конечно же, обязательно нужно следить и за телом, за своим. То есть здесь вот такая должна быть, наверное, гармония в
в том, чтобы тебе было комфортно. Опять же, я все-таки, ну, как наверное, опять в своей профессии, я не люблю какие-то стандарты, там, ну, вот, знаете, модно, там, вот, классика, да, там, как у спортсменов, там, или еще как-то все, там, должны быть, там, 90-60-90. Если человеку комфортно, там, в своем теле, и он может, там, заниматься йогой, например, это тоже хорошо. Если для кого-то важно там какие-то спортивные нагрузки, там какие-то тренажерные моменты, то есть это тоже может иметь место. Я, например, человек такой достаточно, ну, в меру люблю какие-то спокойные такие практики. То есть для меня важно там это первое, это духовное какое-то такое мое здоровье. То есть когда я себя чувствую в гармонии с самой uh-huh. собой, когда мое внутреннее внутри находится в таком спокойном состоянии, то тогда я успеваю там и много всего делать внешне. Ну, безумовно, все залежить від того, наскільки ти себе налаштував, який у тебе всередині настрой. Тому не випадково я так підібрала людей. Все починається з мотиву. Мотиватор у нас сьогодні Вікторія. Потім тренер, да, спутник, це у нас Руслан. І практик, уже результат, це у нас Світлана. У нас три таких важливих компонента на сьогодні. І от ми розпочинаємо з мотиву. Наприклад, вирішила я піти до Руслана на тренування. Да? Як знайти оцей мотив, перший крок зробити? Знаєте, часто буває, там іноді, от з чого ми починаємо, завжди мотивація не завжди є. То есть не всегда человек четко понимает, чего он хочет, какого он результата хочет и что для него важно. То есть это самый лучший вариант, когда я там понимаю, что мне нужно там сбросить там 5 или 7 килограмм, где мне там нужно это убрать. Я прихожу там к персональному тренеру там или еще какой-то вид спорта выбираю и уже постепенно разрабатываю для себя там самостоятельно план работы и работаю уже над собой там в разных аспектах своего там, что мне нужно сделать. Это самый прекрасный способ. Но часто бывает, когда человек там обращается, и он не знает, там, чего я хочу, там, а что мне конкретно нужно, как. А здесь, конечно же, мы можем тут смотреть по сферам. То есть, понятно, это самые важные сферы деятельности. Это деятельность, то есть работа, чем я занят, куда уходит у меня здесь энергия. Это тело, это забота о теле, это здоровье, это питание, это физнагрузки. Здесь больше уже будет специалист все-таки. Окей. Виктория, я зрозуміла. Для того, чтобы знайти мотив, треба бачити кінцевий результат. Да. Так, чого саме ти прагнеш. Руслан, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, як саме організм підтримувати в тонусі? Що ви порадите? Тобто це може бути тренажерний зал, це може бути заняття йогою, це може бути найелементарніше або найскладніше ранкова зарядка. З одного боку це встав, одягнувся і пішов, з іншого боку дуже складно себе налаштувати. Моя, наприклад, ранкова зарядка – це, можливо, один або два рази на тиждень, а все інше залишається як така мета, до якої я прагну. Я зрозумів. Ну, смотрите, с чего бы я хотел начать. Вот у меня в зале тренируется очень такой мудрый человек, не буду его называть. Может и назвать. Ну, пусть это останется да, между нами. Вот он, как сказал, прекрасные слова говорит. Я чувствую себя счастливым в тот момент, когда я проснулся, самостоятельно смог подняться из постели, одеться и встать на ноги. Вот я уже счастлив, даже счастлив. Многие люди не могут позволить себе даже этого. Поэтому, когда вы просыпаетесь утром, и вы чувствуете себя живым, здоровым, уже надо благодарить Бога, что у вас есть такое вот здоровье. Дальше обязательно надо себя чем-то мотивировать. Надо четко понимать, чего ты хочешь достигнуть в жизни. Чего ты хочешь или что ты хочешь поменять у себя в жизни. Многие люди, которые приходят ко мне в тренажерный зал, приходят уже с явной целью. То есть они хотят изменить или тело, или изменить и тело, и внутреннее свое такое душевное состояние. Потому что, вы правильно вот сказали, внутренний мир и внешний мир, они очень тесно связаны. И в связи с тем, как меняется ваш внешний облик, точно так вы меняетесь и внутренний. Вы становитесь более уверенными, более дисциплинированными, возможно, немножко более жесткими и требовательными к самим себе. И это очень хорошо. Что лучше, зарядка, да, или работа в тренажерном зале? Я скажу, все хорошо. Все зависит от того, какие есть возможности у человека. Если у него есть возможность посещать тренажерный зал, это замечательно.
Если у него насколько плотный график, что невозможно, да, там найти хотя бы два там свободных часа, чтобы добраться, потренироваться и вернуться обратно на работу, тогда надо начать свой рабочий день хотя бы на полчаса раньше, для того, чтобы сделать утреннюю зарядку. Это уже поможет организм немножко взбодрить, ну и в свою очередь добавить здоровье. Делать хотя бы каждый день по 2-3 упражнения, и вы уже станете сильнее. Делать 2-3 упражнения, и вы уже станете выносливее. И вы заметите через месяц, как ваше тело меняется. Ну, у мене постійний такий спір з моїм татом, який виступає за зарядку на відкритий кисень, так, активний кисень. І я вважаю, наприклад, що тренажерні зали, де таке різноманіття різних тренажерів, які допомагають підтримувати у тонусі різні м'язи, так, які, да, можливо, не задіяні під час ранкової пробіжки, там, нахилів або качання пресу. І тому ми не можемо вивести якусь спільну формулу, спільний результат і дійти одностайної думки, що ж все ж таки краще. Давайте, Руслане, зважимо аргументи за і проти ось такого варіанту і такого варіанту. Значить, смотрите. Обратно таки, надо смотреть, какую цель вы ставите перед собой. Если у вас уже есть достаточная физическая форма, которой вы, скажем так, удовлетворены и хотите просто ее поддерживать, да, утренние зарядки вполне достаточно для этого. Но если вы по каким-то причинам вот не занимались спортом, поправились, набрали немножко лишний вес и хотите вот избавиться от него, только упражнениями касаемо утренней зарядки вы, к сожалению, не справитесь. Нужны более специализированные тренажеры, на которых вы будете прорабатывать разные группы мышц. Те, которыми простыми, как вы говорите, отжиманиями, приседаниями, качанием брюшного пресса вы не проработаете. И обратно таки, самое важное – это питание. Вы можете тренироваться на убой, на износ утром в тренажерном зале, но когда вы приходите домой и что-то не то кушаете или переедаете на ночь, как это ни прискорбно звучит, все ваши труды пойдут на смарку. Вот если взять ваш результат за 100%, занятие спортом – это только 30% успеха. Остальные 70% – это правильный режим питания, правильный рацион питания. И для этого не надо колоссальное капиталовложение для того, чтобы правильно кушать. Многие думают, что для того, чтобы правильно питаться, нужны там тысячи гривен. На самом деле это не так. Можно взагалі не харчуватись так и худнути себе спокойно. Нет, это тоже заблуждение. Что если вы не будете кушать, вы будете худеть. Плохо, что нету у нас сейчас диетолога, который смог бы кардинально вас... Ну, мы домовились, что в качестве диетолога, да, також и вы сегодня будете выступать, оскільки, да, 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 вы володеете всією цією рецептурою и можете зараз порадити нашим глядачам, які уважно спостерігають і чекають. Якщо, наприклад, ну, один шматочок тістечка можна на день? Ну, це покуштувати, оскільки ж весна, вітаміноз, хочеться себе чимось побалувати, якось приємність зробити. Віка посміхається, вона розуміє, про що. Запросити подружку, сходити в кафе, з'їсти тістечка, а потім ввечері скільки? Ну, можливо, не 15, не 20 там присідання, зробити 50. К сожалению, нет. Если бы это все было так просто, все бы окружающие нас люди ходили красивые, подтянутые, в хорошем расположении духа. Для того, чтобы вы сбрасывали тот вес, который, к сожалению, за зиму мы набираем, надо, первое, это кушать часто, казалось бы, да? Для того, чтобы похудеть, надо кушать часто, но небольшими порциями. Многие говорят, это невозможно. Возможно, ребята. Часто кушать – это возможно. Проснулись, обязательно завтрак. Обязательно. Чего має складатися завтрак? Сейчас я расскажу. Смотрите, обязательно завтрак. Обязательно должен быть обед и обязательно должен быть ужин. И вот между этими тремя вот колоннами у вас должно быть два перекуса.
обязательно. Два перекуса. Легкие, но они должны быть. Тогда организм чувствует, что вы его не насилуете, не ограничиваете в калориях, и с радостью он прощается с этими жировыми отложениями, жировыми запасами, и вы будете удивлены, как быстро у вас уходит лишний избыточный вес. Теперь, что кушать, как кушать, в каких количествах кушать? Это, наверное, такой самый интересующий всех вопрос. Обратно-таки, все немножко зависит от того, как рано вы просыпаетесь. Потому что нельзя, сразу проснувшись, набрасываться на еду и поглощать себя. Во-первых, вы не будете чувствовать этого чувства голода, которое должно обязательно быть присутствующим, когда вы начинаете завтракать. Ну и во-вторых, та еда не будет усваиваться в нужной мере, как оно хотелось бы. Я зрозуміла. Прокинулись, включили телевізор, заварили каву, розігріли круасан, так? Нет. Взяли газетку, почитали. Ви проснулись. Перше, що треба зробити, це випити води. Я думала, аджатися. Нет, обов'язково випити води. Стакан води, порядка 200. З лимонним соком. 200-250 мг. Да, некоторі рекомендують додати туди лимонний сок, але це вже треба дивитися, як у вас з кислотністю желудка. Если у вас нормальная кислотность, да, можно добавлять. Если у вас повышенная кислотность, я бы рекомендовал пить чистую воду. Выпили воду и занимайтесь утренними, там, необходимыми вам процедурами. Покупались, побрились, приготовили, что вам там необходимо из вещей на работу. Собрали лоточки, которые вы будете кушать. Перекусы. Да, перекусы, обеды. И уже буквально через 15-20 минут вы почувствуете, что вы действительно хотите завтракать. И вот теперь надо кушать. Что кушать? Обычно я рекомендую начинать завтрак из овсянки. Овсянка, в которую с радостью можно добавлять ягоды по сезону. Если, допустим, это осень, можно добавлять сухофрукты. Но только не там, что в неограниченных фиников, количествах. Фиников, да, побольше? Изюма? Можно финики, можно изюмы, да. Но обратно-таки надо исходить из такого размышления, что на выходе ваша порция должна составлять 300-350 грамм. Это как? Можно продемонстрировать? Это вот как две ваши ладошки. Ну, у кого побольше, у кого поменьше. Да. Ну, в зависимости от того, насколько вы большая или маленькая. Девчата так прикинули одразу. В идеале, если вы серьезно подходите к этому вопросу, у вас должны быть дома кухонные весы. Это идеально, что помогает вот, рассчитывать и калории, да, и уже, скажем так, взвешивать ваши порции. Это не надо делать каждый день. Вы достаточно 2-3 раза взвесить, и вы уже на глаз сможете в дальнейшем определять, какая порционность необходима вам. Ну, деякі скептики говорять про те, що овсянка, наприклад, вона шкідлива, якщо там, ну, весь час традиційно її вживати, оскільки не дозволяє в шлунок смоктуватися корисні речовини. Согласен, я не говорю, що треба її кушати кожен день. Це як варіант. Ось, допустим, овсянка, куди ви додаєте, допустим, банан, яблуко, ягоди, сухофрукти. Можна додати мед, тільки немного, тому що мед – це те ж саме, дуже калорійний продукт з високим глікемічним індексом, як у глюкози. И все, что вы будете съедать, практически мгновенно будет попадать в кровь и мгновенно всасываться в стенки желудка и подпитывать ваш организм. Это как вариант овсянка. Второй вариант. Вы можете делать омлет, куда добавлять шинку, добавлять твердый сыр, добавлять зелень, добавлять болгарский перец, помидоры. Але ж він смажений, там є соняшникова олія. Не обязательно. Соняшниковой алии должно быть так много, чтобы это все блюдо просто плавало. Понимаете? Можно, точнее, достаточно просто взбрызнуть, чтобы ваш омлет не прилипал к донышку сковородки. Или, к сожалению, точнее, не к сожалению, а к нашей радости, техника не стоит на месте. Да? И сейчас есть сковородки, готовить на которых можно, не используя подсолнечное масло. Тефлоновое. Да. Специально, спасибо, да, тефлоновое покрытие, которое не дает вашей пище пригорать во время готовки.
Ну, я так спостерігаю за дівчатами, так слинки. Да. Ви так дуже смачно все це змальовували. Существує маса рецептів, да. Кому цікаво, ви можете звертатися до мене. Я дам вам, ну, як мінімум, 20 рецептів блюд завтрака, обіду, ужина. Ну. У нас якраз є ранкова рубрика вранк. Угу. Я думаю, що обов'язково цими порадами скористаємось, і ви будете персональним тренером з бодібілдингу і здорового харчування усіх наших глядачів. З радістю. Я б хотіла спитати, от нарешті все ж таки перейти до Світлани. Ми почули багато рецептів, в принципі, для того, щоб їх дотримуватися, вести здоровий спосіб життя, але завжди хочеться весь час зламатися під час цього процесу і не дійти до фінішу. Як все ж таки себе підтримувати, як себе мотивувати, щоб ви порадили? І який у вас унікальний, до речі, хотілося б почути рецепт сніданку? Ну, для мене, наприклад, те, що розповів тренер, взагалі у мене все навпаки, як творча людина, я можу тільки куштувати, наприклад, щось таке, ну, можливо, таке емоційне, очима більше, мені треба бачити там красу навколо. О, якраз треба тренажерний зал і зустрітися. Тобто я можу цілий день взагалі не харчуватися і на ніч поїсти, зрозуміло, що не переїдати, тому що, як звісно всім, що творчі люди, вони живуть вночі. Мабуть, натхнення завжди приходить воно вночі, а не вдень чомусь. От якраз і хотіла у психолога спитати, і, можливо, перейти до тренера з бодібілдингу, який має бути режим? Безумовно, що весною авітамінос, організм ослаблений. А коли треба прокидатися, чи важливо дотримуватися режиму, вводити це поняття режим? Руслан, давайте з вас почнемо, потім Вікторія продовжить. І так, я би сказав, що це найважливіше – режим. Безусловно. Спать – это неотъемлемая часть, как кушать. И обратно таки, когда вы будете спать. Есть специальные таблицы, которые показывают ценность сна. Допустим, если вы ложитесь отдыхать в 10 часов вечера и спите, скажем так, до 3 часов ночи, ценность сна будет около 5-6 часов. Если же вы ложитесь в 3 часа ночи и спите даже до 3 часов дня, ценность сна будет составлять всего-навсего 2, ну, возможно, 3 часа. Поэтому если люди, которые думают, да, вот я лягу поздно, но посплю немножечко побольше, к сожалению, они... Девчата, мы зрозуміли, так все посмехнулися, это знакомая ситуация. И не отдохнут. Угу. Что бы я рекомендовал? Конечно же, это ложиться не в тот день, когда уже надо просыпаться. Ложиться... порядка 10 часов, не позже, 22, точнее, часов. И чтобы ваш сон составлял 7, желательно, конечно, 8 часов в сумме. Но 7 часов достаточно для того, чтобы ваш организм нормально восстановился и на следующий день нормально функционировал. А якщо, наприклад, ну, от у дівчат дуже насичений графік і майстер-класи, і арт-терапія, ну, от приїхала з відрядження, і от залишається там 2 години, як оце поспати, щоб ці 2 години були максимально корисні? Або, можливо, варто якийсь енергетик випити? Що б ви порадили? Ви маєте в виду, ночі приїхали, да? І ночі треба поспати? Ну, наприклад, зранку, 4 години ранку, так? А в 10 треба, як кажуть, як огурчик, так? Уже перед аудиторією виступати. Як себе підготувати, як відпочити, як зарядити в цей час свій організм? Чи взагалі не варто лягати спати? Ну, я би сказав, що якщо такий небольшой промежуток часу залишився для сна, краще не ложитися. Потому что вы сделаете хуже только для самого себя. Во-первых, это будет стресс для центральной нервной системы, потому что вы только уснули, нормально вы не смогли погрузиться ни в фазу быстрого, ни в фазу медленного сна. Никакого сна, так. Да, никакого сна. Вы будете, скажем так, просто бодрствовать с закрытыми глазами. Вы будете слышать все, что вокруг вас происходит. В итоге вы нормально не отдохнете, проснетесь раздраженным, не выспавшимся. Ну да, птахів не будешь встречать уже, да, в таком стане. Что бы я порекомендовал? Конечно же, включить музыку, которая поднимает вам настроение. Желательно, чтобы темп такой музыки составлял свыше 120 ударов в минуту. А как это вымеривать? Есть специально
такая музыка. Налаштывание, так? Да. Компьютеры можно. Даже не, это не настройки. Специальная музыка есть, допустим, которую используют для бега или для занятия в тренажерных залах. Вот она уже изначально рассчитана на высокий темп, на поддержание высокого темпа. Не ниже 120 ударов в минуту. Все, что выше, это еще лучше. Это еще сильнее вас будет бодрить. Дальше, что бы я порекомендовал, это, конечно же, контрастный душ. Покупаться. Если это девушки, обязательно помыть волосы, потому что у них еще займет времени порядка 30-40 минут их высушить, выровнять. Это уже хорошо. Да. Выпить чашечку или две чашечки крепкого кофе. Это будет ваш такой очень хороший энергетик. Ни в коем случае я бы не рекомендовал употреблять какие-то химические... добавки, так? Да, химические добавки, допинги, которые возбуждают центральную нервную систему и якобы помогают проснуться. Потому что у всех у них есть плохое побочное действие. Побочные эффекты, так? Да, побочные действия. Когда они перестают действовать, вы чувствуете в 3 раза упадок сил. Ну и от них становится только хуже, ни в коем случае не лучше. И вот, я думаю, как раз до этого времени у вас хватит для того, чтобы привести и себя в порядок, выглядеть замечательно на утренних мероприятиях. Но обязательно хватит времени, чтобы приготовить себе завтрак и то, что вы будете кушать на протяжении всего дня. Зрозуміло, так уважно дівчата слухали, Вікторія. А Вікторія, скажіть, будь ласка, все ж таки повертаючись до мотивації, до того, чим себе зайняти, ми сьогодні говоримо про те, як боротися з нудьгою. Що саме можна зараз людям порекомендувати, які саме заняття, в яких саме гуртках, оскільки зараз ми бачимо, що така складна ситуація економічна, багато хто не може собі дозволити, але все ж таки знаю, що, власне, і твій гурток, і твій напрямок діяльності, він є волонтерський. От як себе реалізувати, в яких напрямках, які якості в собі розвивати, як знайти оте основне джерело творчої наснаги і творчих навичок? Я сейчас тоже немножко пару слов все-таки добавлю там о режиме дня, если не против. То есть режим дня, он, конечно же, очень важен. Но, например, не каждый человек может действительно все-таки выдерживать там, например, для меня какие-то рамки, какой-то режим, он еще больше добавляет у меня напряжение. Я как человек тоже творческий, у меня абсолютно бывает вильно, все... так? Від якихось рамок, да, обмежень? Конечно же, там питание, спорт, какие-то нагрузки, это должно быть. Но вот когда я 5 дней работаю, например, суббота-воскресенье, то у меня остается больше все-таки для моих каких-то творческих проектов, для возможности и съесть пирожное с подружкой, выпить чашечку кофе и поспать до 10, до 11, потому что я вот все-таки, хотя и в принципе нет такового там жаворонков и сов, то есть это все-таки условности, я люблю вечером, у меня вечером идеи какие-то, я там что-то пишу, что-то придумываю, я могу лечь спать в тот день, в который и вставать, потому что, да, ну, к сожалению, вот, ну, и хотя я понимаю, как важны режимы тренировки, потому что я сама тоже люблю заниматься, но это все-таки спорт, больше активный, актив, ну, спорт, но это для меня йога. То есть это 3 раза в неделю, утром 15 минут. То есть мне очень понравилось там ваш рассказ. Я так для себя мысленно в голове: так, это я делаю, это я делаю, это я делаю. Но вот с лоточками, конечно, и с этим всем я могу утром позавтракать и вообще там до вечера из-за интенсивного дня могу вообще забыть. Летів як одна секунда, так, і о май гад, вже вечір, да, так? Забути о том, що нужно было там поесть, но когда ты занимаешься тем, чем тебе нравится, когда ты живешь там той профессией, когда ты живешь этим любимым делом, мне кажется, здесь важно вот внутреннее состояние твое, вот влюбленности во что-то. Вот когда там ты любишь спорт, и человек идет на тренировку с удовольствием, прямо рассказывает, а когда для тебя это сложно... Я хочу, но не знаю, что хочу. Да, когда вот для тебя это тяжело, этот режим выдерживать, там тренировки, ты знаешь, что ты хочешь похудеть, но для тебя это невыносимо, там идти в этот тренажерный зал, и это все условно из-под палки, то здесь, возможно, лучше все-таки даже заниматься тем, чем тебе нравится, но себя вот не насиловать внутренне. Должно быть вот какое-то такое состояние, когда ты вот в приподнятом настроении, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, но выбрать для себя уже, как взрослый человек, он может выбирать для себя. Для
детей это однозначно режим дня, и родители должны контролировать, родители должны выбирать для ребенка и спорт привлекать в его жизнь, и творческие какие-то моменты, и языки, предоставить для ребенка вот этот вот активный режим жизни, потому что для детей однозначно я знаю, что режим дня это самое основное. То есть если мы в детстве не приучим ребенка, если мы в детстве не научим ребенка и не дадим так ему... Так дивно виходить. Обмеження дуже складно для вільної, для да. творчої людини, але все ж таки вони мають мати місце. І якщо, наприклад, виховуєте дітей, обов'язково має бути дисципліна цей режим. Цей режим стосується і зарядки, і пробіжки, і всього. Коли він буде виховуватись з самого дитинства, тоді простіше зайнятися будь-якою діяльністю і досягати дійти до тієї основної мети. І отже, ми зараз переходимо до того питання, як людині реалізуватись в цей період, коли йде така весняна хандра. Тобто психологи рекомендують, я читала, зайнятися чимось таким незвичним, не рутинним, не повсякденним, не те, що приїлося і що так сіре буденно, а чимось абсолютно новим. Вікторія, чим саме ви порадите зайнятися? Які можливості в нашому місті? Оскільки нас дивляться люди з різними фінансовими можливостями, але що можна їм порекомендувати, що кожному доступно? Сейчас у нас активно очень мы развиваем вот такие вот волонтерские проекты, когда действительно социальные условия жизни не всегда просты, то мы вот предлагаем для людей, например, у нас сейчас по воскресеньям мы проводим детский киноклуб, где есть возможность, например, оставить ребенка и маме там посетить там рынок или ну сходить по каким-то своим делам. Дальше мы проводим арт-студии для деток, там это и переселенцы, то есть ну все-таки, конечно же, мы направляем свою работу более на социальные, не защищенные категории людей, где вот эта вот потребность материальная, она для них важна. А, до речі, ще один такий шанс, якщо тобі погано, зустрінь людину, який ще хуже, ніж тобі. Можна долучитися до волонтерського проєкту і так само реалізовувати себе, відмовитись від буденності і розчинитися так в цьому соціумі, допомагати людям. Конечно, когда ты помогаешь другому, когда ты видишь тот эффект, когда человек тебе благодарит, когда ты видишь эти положительные изменения, то, конечно же, это и касается себя. Вот я всегда говорю, что действительно, когда ты испытываешь какие-то трудности, или наоборот, когда там наоборот тебе хорошо, всегда нужно уметь и делиться как и хорошим, так и плохим. Нужно всегда найти людей. Ну и завжди залишається афіша наша, да, які друкують газети, да. Це відвідування театрів, там, музичних фестивалів, які загартовують, виховують естетично нас. А також у нас є сеанси арт-терапії. От розмалювати світ разом з Світланою Кочаровською можна. Моя, до речі, колега, є теж телевізійний проєкт. Світлано, скажи, будь ласка, як ти прийшла до цього проєкту, як ти в себе відчула оці художні такі творчі здібності, і що б ти людям порадила, як взяти все ж таки наважитись пензля, фарби і намалювати там веселку і поні? Ну, для мене дуже, ну, як для художниці, як для творчої людини, дуже важливе це зовнішній вигляд людини і краса її, і обов'язково, щоб була це і внутрішня краса, це обов'язково. Тобто це все повинно бути гармонійно, пов'язане між собою. І от що це значить творча краса, так? Внутрішня краса. Я пропоную людям займатися чимось таким достатньо вроді і звичним, так? І в той же час таким якимось емоційним, кольоровим, весняним. Я пропоную всім, щоб не було хандри, почати малювати. Тобто це такий класний, якраз така класна ідея розпочати це робити саме весною. Ну, от приходить людина так. І каже, я не вмію малювати, боже, мені не треба, не треба, не чіпайте мене, мене такий жах виходить, не квіточка взагалі. Ні, я на 100% впевнена, що не талановитих людей немає, є просто якісь стереотипи, які треба розрушити трішки людині. Тобто під силу кожному намалювати красиву картину, наприклад, взяти олійні фарби і намалювати красиву картину. Звісно, що це не вийде так, як у професійного художника, буде збудована неправильна перспектива чи композиція, але якщо в людини буде бажання, вона намалює красиву картину. Це підніме настрій і, я думаю, допоможе їй стати щасливішою. Мене запитання до Руслана. Ми вже говорили про раціони, здорове харчування. Дієтологи і лікарі, і всі говорять про те, що треба весною, коли весняна хандра, є причина авітаміноз. Що доступне, що треба вживати, що можна ввести в харчування? Тобто це, можливо, продукти, які вміщують йод або ще щось. Сейчас я еще немножечко вернусь по поводу вот этого
о чем мы разговаривали перед этим, хорошо? Я еще додати, але час у нас дуже мало залишається. Я буквально 2-3 предложения. Вот. Я всегда восхищался родителями, которые показывают своим детям на своем примере. Обратно такие вот, в своей работе я очень много родителей встречаю, которые приводят своих деток, и вот пока они занимаются в тренажерном зале, их детки занимаются параллельно в секциях, которые есть у нас в тренажерном зале. Это и секция карате, и секция капуэра. И вот очень приятно смотреть, как меняются и родители, и как меняются их дети. Когда ребенок смотрит на тебя восхищенными глазами и понимает, что вот к чему надо стремиться. Как бы вы ни воспитывали детей, что бы вы им ни говорили, но лучше всего дети воспитываются, глядя на ваш пример. Вот. Теперь, что по поводу питания. Обязательно после зимы организм надо запасать витаминами. Потому что, да, авитаминоз, организм ослаблен. Многие начинают покупать йодированную соль или там брать непомерно... Настойки хиноцеи, например, там в аптеке. Да. Смотрите, что бы я, допустим, вот по поводу соли, да, рекомендовал. Вот многие думают, йодированная соль – это хорошо. Обратно таки, человек должен знать, все ли у него хорошо со щитовидной железой или нет. Угу. Понимаете? Это первое, так. Да, это первое. Все ли у него хорошо со здоровьем? Потому что, не зная состояние вашего организма, угу, вместо того, чтобы сделать ему лучше, вы можете сделать только хуже. Это раз. Во-вторых, что бы я рекомендовал? Это употреблять то, как меня учили, лук. Употреблять чеснок. Такие вроде бы элементарные продукты питания, которые недорогие, угу, стоят копейки, но которые... Ну, даже наикращий антиоксидант. Да, даже не передать, насколько сильно они захищают, поддерживают, организм, так, иммунитет. Особенно иммунитет ребенка. Понимаете? Можно немножко закрыть глаза на то, как это все пахнет. Но куда приятнее, когда ты здоровый, пусть даже с легким выхлопом чесночка, да, вечером, когда приходишь домой. Дальше обязательно. Это, конечно же, фрукты, которые вот появляются у нас на рынке. Что бы я рекомендовал? Покупать фрукты по сезону. Угу. Желательно покупать эти фрукты, ну пусть это банально звучит, у бабушек, которые продают это выращенное на огороде, потому что это минимально. Пусть там даже есть какие-то химические добавки, которыми, да, они там опрыскивают огороды, но это куда чище, чем покупать те продукты, которые продаются на полках супермаркетов. Угу. А если говорить про какие-то добавки и, возможно, какие-то витамины, там аскорбиновая кислота, те, что придбають в аптеках, какие-то певні комплексы, чи безпечно, чи небезпечно, деякі фахівці з моєї кількості друзів вважають навпаки якісь біологічно активні добавки відомих брендів, продукції, але вони значно ж дорожчі, вимірюються там кількома нулями після першої цифри. От можна щось таке простеньке в аптеці купити, щоб не нашкодити? Можна, да. Обязательно. Что я бы рекомендовал самое? Покупать витамины. Не буду сейчас называть бренды, но обязательно. Ну, например, можно назвать. Нет. Я бы, скажем так, ограничил это, давал на выбор родителей. Но на что стоит обратить внимание? Дети, для которых мы, скажем, в первую очередь это покупаем, очень восприимчивы, угу, к тому, что они кушают. И надо, покупая витамины, обращать внимание на возрастной критерий. Поэтому нельзя ребенку, которому 5 лет, покупать витамины, где на упаковке указано 7, 8, 10. Угу. Потому что мы вроде хотим, что там чем больше он этих витамин скушает, тем для него будет лучше. На самом деле нет. Витамины в очень высоких дозировках могут стать для ребенка ядом. І... Ну, ми зрозуміли з приводу вітамінів. От таке до вас по запитання, добавок. Руслан. А, по що? Поводу добавок, да, ви хотіли? Так, з приводу добавок, ну, в принципі, теж таке зрозуміло, що вони можуть не нашкодити. Тобто, в принципі, так, вони ж випробовані. Якщо є така можливість у людини фінансово придбати, чому б ні? Да, не активні ті, які, наприклад, там... Я би рекомендував, да, приймати спортивні добавки, які є на ринку, яких дуже багато зараз. Ну, обратно таки, ви повинні знати, что именно вы употребляете. Угу.
тому що не знаю. І все ж таки консультуватися, якщо це спортивні, зі своїм тренером, який, напевно, що має досвід і стикався, але все ж таки не буду цього рекламувати. Я говорила з приводу вітамінів, і давайте на цьому поставимо крапку. А з приводу того, що треба розвивати гіперактивність, і для того, щоб не засиджуватись на роботі, щоб не боліли м'язи спини, треба робити якісь вправи час від часу, під час робочого, на робочому навіть місці, не відходячи від комп'ютера. Які вправи, наприклад, можна робити, чи могли б ви от показати? Показати я, к сожалению, сейчас не смогу. Могу это все дело озвучить. Итак, обязательно, хотя бы каждый час после того, как вы поработали... А мы с девчатами будем работать. Хорошо. Допустим, каждый час после того, как вы там посидели за компьютером или где-то вы там, в общем, поработали, надо подвигаться для того, чтобы ускорить частоту сердечных сокращений, да, улучшить циркуляцию крови, даже размять свой опорно-двигательный аппарат. Мы начали рухать с девчатами, так да. уже? Итак, что надо делать? Конечно же, это подняться. Не поднимемся. Подняться, потянуться для того, чтобы вытянуть свой позвоночек вверх, да? Раскрыть грудную клеточку, помахать руками, как нас это учили в школе, да? То есть махи перед собой, махи руками вверх, круговые вращения головой в правую сторону, круговые вращения в левую сторону. Это уже улучшит циркуляцию и подачу кислорода в кровь. После этого приседания. Банальное приседание. Ставите ножки шире постановки плечей. И, когда на вас никто не смотрит, приседаем. Достаточно. А можем мы всем гуртом, например, нашу редакцию, так? Конечно, конечно. Это приседание. Медленно, глубоко и, самое главное, подконтрольно. Для того, чтобы вы чувствовали, какие мышцы у вас работают. Потому что можно просто приседать, а можно приседать с удовольствием, понимая, что вы для организма делаете пользу. После этого обратно потянулись и обратно сели работать. Занимает эта вся, скажем так, разминка буквально до минуты. А можно и пресс покачать, и так на рабочем месте, вот сидячи на стельце прямо? Если вы хорошо балансируете своим телом, можно сделать это и на стуле, можно это сделать там, сидя на крае стола. Но обязательно, если вы уверены в своих силах, потому что если... Не уверены, то да, не уверены. Если не уверены, да, то попадете в какой-нибудь... массажисту на стол. В какое-нибудь видео, да, снятое скрытой камерой, и будет на вас смотреть вся Украина, да, на страничках YouTube. 1 миллион переглядів. Поэтому... дякую за такі рецепти. Я бачу, що дівчатам нашим сподобалось, вже підбиваючи підсумки нашої передачі. Вже кілька хвилин залишилось. Неймовірно цікаво і корисно ця вся інформація. А Вікторія, Світлана, що б ви порадили нашим слухачам, які б ще поради ви дали для того, щоб тримати себе в тонусі? Мені зараз дуже подобається таке нове направлення, якщо там немає часу там посещати художественні майстерські. Зараз є такі різні класні штуки, розукрашки. Тобто їх так очень... і називаються, натхнення, да, романтика. Їх дуже-дуже зараз багато, бачите, я з собою захватила, я дуже люблю. Тобто ми тут і розрисовуємо періодично, тобто є. Також дуже класно, от іменно теж для спортсменів, там, для жінок, які зараз теж дуже нове таке направлення, називається артбуки, скетчбуки, ежедневники такі, які я принесла різні. Там много-много. Мне, например, это один из моих любимых, где здесь можно и записывать все, и рисовать. Он такой тоже достаточно творческий. То есть такие разные-разные женские и для мужчин, и для женщин. То есть здесь идеи, там вот такие вещи, где можно там записывать, расписывать. Руслан, когда затекался, так важно разводить. Когда у тебя там тренировка, как там, какие это возможности по разным тематикам. То есть оно здесь очень-очень-очень удобно, чтобы структурировало. И сейчас уже вот это все есть. То есть не нужно придумывать. Помните, как мы раньше там сами чертили? То есть сейчас все есть, от минимальных сумм до там абсолютно каких-то бизнес-планов. Светлана, кілька секунд, буквально 10 секунд. Я всім рекомендую гуляти більше на свіжому повітрі, шукати натхнення, воно повсюду. Більше рухів, спілкування з приємними людьми, працюйте над собою, по можливості потрібно здійснювати невеличкі прогулянки і незвичні справи. Ну що ж, всім дякую за увагу, всім бажаю бути в тонусі, до нових зустрічей!